Основная тема для обсуждения, которую хочу на ваш суд, скажем, вынести, это преодоление возникшего в нашем городе кризиса управления. Мы должны прийти к некому единоначалию, что за город должен отвечать именно один человек, к которому должны граждане обращаться и с хорошими эмоциями, и с плохими эмоциями. Поэтому наша с вами сегодня задача как раз отрегулировать вот этот момент. Я считаю, что вопрос будет своевременно и вопрос будет правильный. Мы сейчас пришли к такому времени, когда мы с вами, нам необходимо решить этот вопрос в ближайшее время. Все эти вопросы должны быть доведены до всех жителей, я считаю, да? Потому что это нужно уже опираться на массу. Вопрос, конечно, актуальный, и жители, я думаю, наверное, внимательно отнесутся к этому вопросу. Все должно быть максимально объективно, и каждый житель города должен принимать участие, то есть, в жизни нашей, нашего города, нашей страны.